Перед вами видеокадры сирийской авиабазы «Шайрат», сделанные российскими беспилотными средствами сразу после нанесения удара американскими крылатыми ракетами. На видео зафиксированы реальные результаты массированного ракетного удара с кораблей военно-морских США. Вы видите, что взлетная полоса, рулежные дорожки не имеют никаких повреждений от ударов крылатых ракет. Стоянки самолетов также не имеют никаких повреждений, как сами самолеты. Более того, абсолютно находятся в исходном состоянии защитные арочные сооружения, внутри которых находятся самолеты ВВС Сирии. Данные сооружения бетонного типа защитные для укрытия самолета. Взлетная полоса, как видите, не имеет ни одной воронки от попадания крылатых ракет. Панорамная съемка с беспилотника российского, вы видите, показывает, что основные удары пришлись по периметру базы, а также имеются воронки от попаданий на удалении от 50 до 100 метров от самой взлетной полосы, рулежных дорожек, вот оно попадание, а также от объектов инфраструктуры базы.